довольны ремонтом? Довольны, довольны. Теперь довольны, конечно, когда... Все недочеты под контролем. Заместитель главы администрации городского округа Химки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Турчининов каждую неделю проводит рейды. Вместе с представителями территориальных управлений проверяет ремонт в химкинских подъездах. Проблемы устраняют. В этот раз внимание уделили и новогодней иллюминации. Все композиции у нас горят. Вот, мы смотрим, как они горят. Значит, чтобы они, значит, были более так спозиционированы с точки зрения местности. Вот. И, может быть, какие-то будут небольшие нюансы, которые мы доработаем, но уже до 10 числа у нас должно быть все полностью завершено. После каждой проверки составляют протокол. Там укажут все недочеты, которые будут исправлены в ближайшее время.